Это только не знаю, почему перевернутый мангал. Сетка, все, туда только мясо положить. Это рюкзак одеваешь и тушишь, ходишь. Он... Ну, это, наверное, вообще с пожаркой не связано. Крючок, рыбу ловить. Да, ну, блин, это плазменный излучатель из будущего. Ну, это, наверное, нейтронный излучатель. Похож вообще вот на тот. Да... Но это, скорее всего, от френчлайнера капот отрезанный просто в разрезе, чтобы видно было, что там все внутри. Не знаю, футерка, наверное, какая-нибудь, что-нибудь на две части воду делит, наверное. Ну, это я знаю точно, это насос специальный для пожарных машин качать. Ручка, он шланг-штуцер. У пожарок свой специальный насос, походу. Это что, палка? Ниндзя, наверное, палка какая-нибудь. Или с какой-то рукопашки по-любому. Блин, зачем вам столько вещей, которые неизвестно для чего? Ну, блин, видимо, моноколесо, наверное, бензиновое. Так, ну это, походу, клещи, да, наверное, открывать там машины всякие, ломать. По-любому. Патрон от лампочки. Да, без стекла просто разбился. Ну, это, блин, наверное, что-нибудь типа распылитель, знаешь, как цветы орошают, такой шик-шик-шик, ну, только пожарный, наверное, вот что-то такое. Блин, ну это вообще что за хрень? Или лестница? Не, это, наверное, когда на стену лезешь, такой шуб кидаешь зацеп, и по нему карабкаешься. Вот, наверное. Так, ну. Это, короче, виндизель, закись азота для машины, чтобы быстрее, короче, ехать. Да, это, блин, велосипед с подачей воды, наверное, вот что-нибудь такое. Это вообще штука-бомба. Это... Знаешь, для детей развлекаловка, где много там нажимаешь всяких, крутишь для маленьких только. Да, ну это явно что-то, наверное, из выхлопной. Да, скорее всего, для звука, чтобы было слышно, как едет вот так вот. Или, может, суровая дуделка. Да-да, для сигнала. Это тройник с кранами. Вот, да. Это точка, походу.